В дорожной аварии погиб 34-летний водитель. ДТП произошло ранним утром в воскресенье на улице Войкова у дома 72. «Лада Приора» двигалась из Мурма в сторону моста и по непонятным причинам выехала на полосу встречного движения. В результате врезалась в дерево на обочине. 34-летний мужчина, гражданин Армении, от полученных травм скончался в больнице. За жизнь 22-летней пассажирки борются медики. С Владимира была вызвана дополнительно бригада специалистов. Сделана повторная операция. Девушка на данный момент находится в коме. По визуальным и механическим повреждениям данного автомобиля можно предположить, что данный автомобиль двигался с очень большой скоростью, судя по тормозному пути, который превышает 35 метров, и плюс еще сами механические повреждения автомобиля свидетельствует, что скорость была практически запредельной, той допустимой, которая необходима при движении в населенном пункте.